Режем нержавеечку. Взвешиваем нержавеечку, и у нас получается 1 килограмм 230 грамм. Нержавеечку распилили, теперь распилим трансформатор. Не знаю, от чего он, какой-то иностранный, тоже давно валяется, какой-то МД-701-ЕМР-1. 230 вольт, 50 герц, класс 220. Ладно, распилим, надеюсь. Надеваем обязательно средства защиты от глаз, ну, для глаз, вернее, очки. Одеваем перчаточки. Этот трансформатор тоже весь проваренный. Здесь швы такие, сварки. Сейчас попробуем спилить одну сторону. Конечно, долго. Так, все, ребята, разорвал я все-таки этот трансформатор второй. Замучил он меня немножко. Ну, с него тут вышла медяха. Такая. Такие катушечки. Ну, здесь еще подрать немножко. Всякую защиту. Ну, сейчас я обдеру все. Разберу катушки, и мы это все дело взвесим. Ну и вот итог. Эта катушечка у нас поменьше. Медь с нее всего лишь вышло 274 грамма. Ну и то хорошо. Всем пока и всем удачи. С наступающим всех.